powtórzył. Если не включишь, я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная снаряга для тебя. Акита. А? Что желаешь купить? Я долго там. Акита. Этим утром на охоте мне повезло. Я нашел небольшое свиное стадо. Хочу поделиться. Я буду меня форсу. Ты просто кожа да кости. Напомни, научить тебя добывать... Ты мой кузен. Ты же знаешь, что ты самый близкий мне человек. У меня больше нет родственников. Ешь! Мясо на кости наросло.